Idioti. Оран Буйми. Да помогут мне боги. Я иду к тебе, Айя. Во имя Гора, откуда здесь столько солдат? Ничего нет. Ты что делаешь? Ой, ты знаешь? Мориас паласке вазма да дура мескамубия. Ах, а христиас гала орион и бервархиаса. Ох, таре бори. О, бакех мено. Нунес хеде. Idiotin. Oran vulimi di mikanesten in Axelefis. Poruka. Oi, tis meisonos afrosinis. Idiotin. Oran vulimi di mikanesten in Axelefis. Oh, vakechmeno. Nunes hede. Μόριας παρασκευάσματα του Δανεστήλ. Ну, прощай. Μόριας παρασκευάσματα του Δανεστήλ. Ой, измейзонус афроси... Перекрыть все улицы. Прощай. Калеоте Ой! Накс! С дороги! Серапис. Змей получит свой ответ. Нет, да! Копии всех рукописей должны храниться в Великой Библиотеке. Это мое! Как же мне найти Айю среди всех этих свитков? Морias paraskevasma da tu danestin. Idiotin, oran vulimi di mikanesteni na exelefis. Ogalos, evge! Морias paraskevasma... Disimbanda! А что, они все там? О, да! Ну, тогда можешь переписать. Но идеи интересные. Радикальные. Почти опасные. В этом ты прав. Вот только краткости не хватает. Итак, Серапис. И что? Где Ай?
А, Серапис! Я написал о нем пасторальную трагикомедию. А! Ты Баим, да? А я тебя заждалась. Как она? Быстрее, за мной. Прошу прощения, друг мой, но ты пьян. В библиотеке это недопустимо. Она прячется. Кто ты? А, любишь поэзию Гомера, так? Прошу сюда. Я брат Ай, Фан. А, да, Фан. Рад встрече с тобой. Расскажи, что с Ай. И почему ты так осторожен? Геннадий отправил людей обыскивать дома. Солдаты вытаскивают людей на улицы и пытают этих несчастных. Теперь наши правители позволяют все. Геннадий? Чудовище. Это Филокит Александрии, и он готов перерыть весь город. Так где Айя? У меня есть могущественный друг, Аполлодор. Ты ведь слышал о нем? Ни разу. Услышишь. В любом случае, это он подготовил убежище для Айи, когда все началось. Что случилось? Ты мне не ответил. Это политические интриги. Потом она тебе все объяснит. Идиодин! О, да это Фан. Думает, что он поэт. Прямо-таки новый Софокл. Дальше я не пойду. Иди к монументу, там убежище Аи. Куда? Поверь мне. О. Я скучала. Нельзя так долго жить в разлуке. У нас есть только мы. Без схему. Мы будем вместе. Двое. Друг для друга. Есть вести. Следы правосудия. Ей я избил Медунамона. Ужасно, что у нас с тобой такая доля. Но я тебе благодарна. Если честно, это было приятно. Как я скучал. И мне не хватало тебя. Я тоже убила Актеона. Проследила за ним и нашла в его комнате маску. Дождалась его, заставила надеть маску. И пронзила клинком его глазницы. Айя. Но я была небрежна. Другой тоже в маске проследил за мной до дома. С ним было еще сложнее. Остался один. Потом все кончится. Взгляни-ка, забрала у Актеона. Аполлодор сказал, что этот папирус принадлежит совету. А значит, змей при дворе Птолемея.
Откуда об этом знает Аполлодор? У него повсюду уши. Он связан с Клеопатрой. С Клеопатрой? Она же преступница. Это все козни ее брата, поверь. Она жаждет вернуть трон и тоже хочет смерти змея. Она верит мне и дала мне это, чтобы убить его. Древнее оружие, которым убили тирана Ксеркса. Клинок правосудия. Хитроумно. Я проникну во дворец, найду владельца печати змея и воспользуюсь клинком. Ты сможешь много узнать в покоях придворного писца. Он часто бывает в бане, обыщется, пока я не... А ты? Я буду здесь, пока Геннадий прочесывает улицы. Он жаждет моей смерти. Узнаю, что смогу. Геннадий и змеи, и о том, как убить их. Выясни, кто такой змей, и яви ему лик смерти. Встретимся у Панеума, когда покончишь со змеем и Геннадием. Расставание ранит мое сердце. И мое, любимый. Что это? Это путь к пристани. Неужто Фан тащил тебя через шахту?